Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы в Сэндроке. Продолжаем. Я не знаю, что. Хотел сказать строить. Мы же все построили, даже школу. Построили, озеленили Сэндрок. Построили станцию автобусную, имею в виду, в Портию. И больше у нас пока нет никаких заданий. Сейчас пойдем, наверное, там, где школа находится, посмотреть, что получилось в итоге. Правда, мы только часы сделали. Для школы. Больше ничего, что-то заданий не было никаких. Я думал, мы полностью школу построим, как это было в Порте, когда мы чем-то занимались. Да, появились какие-то места интереса. Который что-то сказать хочет даже. Ну, вернее, не сказать, а квест какой-то. Ну, а так, вроде бы ничего. Здесь озеленение было, тоже нам ничего, да? Да, вроде бы ничего. Юфальские пустоши. Ладно. Ну... Поехали, наверное, сразу. Ладно, а, подождите, еще письма, может, это кто-то что-то написал. Точно, еще ж. Блин, это перекати правда. Каждый день пишут. Сэндрок сразу сможет сделать самое суперспособное соображение, существующее избыточностью. Спам какой-то. Удалю. Приходите все, наступает новая эра Сэндрока. Это может быть ваша следующая большая идея, которая станет следующим крупным проекта мэрии. У нас есть бюджет, есть руководство, а планы еще бы небо голубое, и птицы поют, поют песню возможностей, Сэндрок на карте. И не просто одна из тех маленьких точек, где нужно прищуриться, чтобы прочитать текст. Я думаю, что мы становимся звездой, такой же, как Атара и Буревей. Ходят слухи, что мы, сэндрокеры, можем справиться со всем, что преподносит нам мир. И я не эксперт, но именно в такой дух... Я бы хотела вкладывать деньги, высказался мэр Труди по этому поводу. С портянской водой и планами по посадке растений на горизонте все идет к тому, что Сэндрок будет жить. Поговорите с мэром Труди, чтобы договориться о времени, когда вы сможете представить свою идею для следующего большого проекта Сэндрока. Подготовила Хайди. Понятно. Так, забрасываю. Тут нужен ящик где-то поближе, далеко бегать. Блин, далековато. Так, сортируем отсюда. Опять куча мусора единичного, блин. Но не будешь перерабатывать, тогда совсем беда будет. Так, смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Сюда. А, я не могу, мне фонарь мешает, зараза. Это кто, пипец, это он. Это оно. Так, раз. Хотя, ладно. Ладно, давай два. Ящик для нашего этого друга. Три. Ща, минутку. Вы не понимаете, что здесь происходит. Я тоже мало понимаю, что происходит, но это вещь полезная. Так, есть. Вот это подвинуть надо ближе. Я давно на это смотрю, на эту дырку. И не могу. Вот, я могу. Во, теперь я поставил его прямо к стене. Это же мне эта дырка постоянно раздражала. Так у меня теперь ящик остался не в теме. О, боже мой, оно за мной. Вода на исходе. Кошмар какой-то. Сейчас наполним, не боись. Так, это... Это можно, кстати, поставить где-то тут. Не настолько часто нужен. Во, убрали. Блин, ну к стене поставь. Ну как-нибудь поставь. Ну хоть как-нибудь. О, вот так вот. Он правильно открывается? Не думаю. Вот так нормально. Все, я придвинул его. Отлично. Все, поехали. Кто там у нас был? Не знаю. Начнем с козы. По очереди катаемся мы. Поехали смотреть на события нашего города. Кстати, Немо уже у меня на карте. Он как друг, что ли, числится, да, уже? Немо, ты друг? Ну, приятель так точно, по-моему, да? Немо. Приятель. С двумя звездами. Банджо, соратник. Ну, у него нет две звезды, ладно. Капитан давно уже. Подождите, я сырое мясо, наверное, возьму. Потому что что-то жареное не добавляет большого бонуса. Сейчас посмотрим, может, сырым что-то придумаем. Совсем не добавляет, поэтому мы, наверное, скорее всего, попробуем сырым кормить. Или... Вот, у меня два куска есть. Два куска есть, попробую скормить. По крайней мере, Немо. Я думаю, будет нормальный бонус.
Так, занимаемся хренью. Сейчас, подождите. Ну, ей надо заниматься, потому что они реально дают ресурсы полезные. И мы потом эти все ресурсы пускаем в наше производство деталей. И поэтому у нас быстро выполняется квест, потому что у нас все есть. А, еще кое-что хотел сделать, да. Чтобы не было у нас потом заминок. Ну, я не знаю, правда, эти материалы нам понадобятся или нет. Так, вода, во-первых. Ты же собирала росу? Зеркало. Собирала она росу. Мне надо воды чуть-чуть сделать, она забодает. Хотя по 4 бочки в день. И что еще я хотел сделать? А, я хотел сделать вот это. Что-то медленно листает. Колесико вообще не прокручивает. Так, это что такое? А, это капсула времени. Вот это. Вот это, вот это. Чугунный стержень. Если вот это и вот это мы с вами можем сделать, то чугунный стержень, это делается очень долго. Вот его следует заказать в больших количествах. Чугунный стержень. Чугунный стержень. Он делается, по-моему, здесь. И очень долго ждать. Если вдруг нам заказ поступит на несколько таких деталей... Нет, не здесь. На здесь, что ли? Вот, чугунная стена. Вот от этого у нас практически нету. А я его многое не сделаю. А, сделаю. Я могу сделать его аж 7 штук. Все, пошел процесс. Как раз графит. Он сразу железная руда сюда добавилась, и он пошел. Окей. Есть чугунный стержень по плавке. У нас марганцевая сталь. Опять же, нехватка железной руды. Ну и хрен с ней. А болтики надо бы заказать. 25, а мне надо еще 15 закажу. Все, пусть делается. Железо пойду сейчас куплю, закажу еще слитки. На случай, вот это самая сложная конструкция, вот эта вот железная. Твою ж за ногу. Якмели забастовку устроили. Теперь рыбы забастовку устроили. Да пипец, просто не выйдешь. Хоть заяц, пофигист. Так, есть. Сейчас пойду куплю железо. Разойдись. И закажу, наверное, вот этих вот еще этих каких слитков, чтобы они были. Здорово, Рокки. С этой новой школы интересно, сколько времени пройдет, прежде чем малыш Пебл станет умнее меня. Надо бы подтянуть таблицу умножения. Йоу, Шэдди, слышал, что тебе дали еще один огромный заказ на орошение леса? Продолжай в том же духе, вы мастера обеспечите Пэблзу учебу в медицинском колледже. Я не пойму, школу уже открыли или что? Так говорят, как будто школа реально уже открыта. Так, железная руда по полной. 20% скидка дешевле. Чип сбора урожая, чип посадки растений, чип помощи, чипы одинаковые. Но остальное у меня, по-моему, есть все, да? Вот, есть у меня чип, но на один только. А, давай это заберу еще чип. Для железа сейчас марганцевую сталь наплавим. Так, и поехали. Блин, ну у меня тут реально уже дворец. Еще и с этими постройками всякими. Марганцевую сталь и побольше. Марганцевую сталь. У меня она заканчивается постоянно. Слиток марганцевой стали. Да, штук 13. Сможем 13 сделать? Вполне. Во. Все, железная руда вся ушла. Ровно 13 как раз и будет. Все пусть делается. Теперь мы эти самые сложные элементы будем делать очень быстро. Если будет стержни, будет руда, и будет это все. Здорово, Дженсен. Думаю, тебе есть что мне сказать. Я предлагаю курс для наших новых учеников поездология. Мое... Другое слово напрашивается. Как раз школьное. Мои предложения рассматриваются еще на станции, так сказать. Ну, то есть, ни о чем наука. Так она звучит у нас. Ну, когда-то звучала. Не поездология, а немножко по-другому. Наука ни о чем. Прости меня за старомодность, но я просто хочу знать, чему учат в этих школах. Понимаешь, я знаю, что многим не нравится моя убежденность в том, что Луна не настоящая. Она считает, что мы обязаны представить детям оба аргумента, и пусть они сами решают. В качестве своего вклада в развитие Сандрок я хотел развести супер-якмелей, но умный научный парень сказал, что есть правила. Видишь, Шэдди, все эти правила, я мог бы стать прекрасным членом сообщества, но теперь я ненавижу... дерьмо, он что-то там ненавидит. Почему ты ничего не говоришь? Никто никогда не слушал меня так долго, даже Мейбл. Я как собака, лающая на поезд, Шэдди, никому до меня нет дела. А тебе расскажи мне быстрее о разноцветной ламе или что-то там тебе попалось. Терпеть не могу, когда молчат.
Привет, дружище, занимаешься безделием, бронзовое копье. Это дорого. Это дорого и нерентабельно. Я могу, конечно, посмотреть. У меня постоянно просят это копье. Где календарь? День рождения у него вчера было. Ладно. Я могу глянуть, конечно, бронзовое копье, но мне кажется, сложновато. Хотя, что мне даст это? 9 очков дружбы? Бронзовое копье. Где-то оружие где-то было. Здесь. Железное копье. А, у меня может даже чертежа не быть, поэтому. А у меня его и нету. Да, его надо покупать. Железный кинжал, большое копье, бронзовое копье. Есть все у меня. Три алые камень. Смотри, что не сделаешь для соседа. Заказал. Только надо не забыть, зачем я вообще заказал, когда я его увижу в следующий раз. Привет, сурикат. Ты ж мясо любишь? Пипи. Мясо, говорю, любишь, а не пипи. А ты хочешь удобрения? А может он удобрения любит? Ну, он все любит. Можно и мусор выбрасывать. Коко, а ты удобрения любишь? Сегодня раздача удобрений. Как там X? О, этот любит. Ну, этот удобрение зашло, смотрите. Соратник, да. Встал сразу, обогнал всех. Всех сурикатов. А он еще кто-то на горизонте. Ага. Ага. Здорово. Мяу. Кстати, когда будем с тобой это съезжаться? Так, мясо не дам. А мне нечего тебе и дать-то. Хочешь лапшу из говядины? Охренительная вещь. На. Плюс 3. Ух, я тебя кормлю лучше, чем себя. Макиато. Я тебе дам просто мясо. Даешь мою, чип отдаю. Плюс 2. Так, сырое мясо я держу для этого. Для кого-нибудь. А где у нас тут события должны были? Вот здесь какое-то мелкое. Это что еще за банда бабушек? И не только. На сносях? Безумство какое-то, ребята. По-моему, ваша свадьба была только вчера. Опа! Денби рожает. Из-за этого мне кажется, что все остальные развиваются, а я остаюсь прежним. Да, чувак, жизнь пойдет мимо тебя, если ты позволишь ей так сделать. Вот почему я не тороплю события. Я так за вас счастлива. Все, о чем вы мечтали, сбывается. Да, в общем-то. Я думаю, что это самое подходящее время. Дела у Сандрока наконец-то идут на лад. Как там Денби? Она в порядке, я пытаюсь взять на себя все заботы по дому, чтобы она могла просто отдохнуть. Но это же Ден-Ден, поэтому, конечно, она всегда ищет предлог, чтобы быть на ногах. Сурикат. Она часто... Джастис? Задом. Крири. Она часто ходит в клинику на консультации, это полезно для ее душевного равновесия. Поет ребенку, как там, детские песенки. Я не знаю, поможет ли это, но я уверен, что не повредит. Что ж, послушай меня. Я тертый калач, ну-ка скажи этой девушке, чтобы она расслабилась. Что мне следует сказать? У вас будет ребенок? Поздравляю. Да вообще-то давно про это говорят. Эй, спасибо, Шэдди, очень мило с твоей стороны. Молоко Якмеля плюс 5, отношения плюс 10. О, ребят, в связи с этим я вспомнил кое-что. Мы с Ден-Ден хотели подарить всем, но знать, поделиться радостью. Вы, ребята, старайтесь сделать жизнь лучше, так что да, просто знак нашей признательности. Большое спасибо, мистер Райан, еще раз поздравляю. Ого, бесплатное молоко, недурно спать. Так с чем поздравлять? Она родила или только собирается? Нифига не пойму. Ну, спасибо тебе, Райан. Так, мило с твоей стороны, позови нас, если же понадобимся. О, хорошо, Шэдди, я больше не хочу отнимать твое время. Кроме того, у меня сегодня тоже есть задание. Денби доверил мне отправиться в благородное путешествие к магазину лестницы, а вон он, кстати. Чтобы купить 20 бутылок молока и 5 одеял. И ты раздал только что все молоко, да? Или 5 бутылок молока и 20 одеял. Зачем мне столько одеял и хватит ли этого молока? Бедная Денби. Может быть, она имела в виду ящики с молоком. О, мне его покормить надо. Ладно, мне пора, пора сейчас уйдет. Помоги мне, я думаю, что провалю свое задание, Шэдди. Черт возьми, я еще даже не родитель, а уже все порчу. Что Ден-Ден подумает? Райан, все хорошо? Ладно, это легко, хорошие мысли, спокойный голубой океан. Полегче, Райан, все в порядке, ты ничего не испортишь. Да, хорошо. Да, я в порядке, просто на минутку возникло ощущение конца света. Ну, спасибо, Шэдди.
Надеюсь, я не слишком напугал тебя. Наверное, я просто не привык к такому. Осознавать, что чья-то жизнь в моих руках, понимаешь? Это тяжело, но вообще-то мы с Дэн-Дэн обсуждаем эту ситуацию, мне становится легче. Там Дэн-Дэн умрет, пока ты придешь с одеялами и молоком. Тем более молоко ты уже раздал. Она заставляет меня читать всевозможные книги по воспитанию детей, книги о психическом здоровье, Унсур. А, вообще, ты никогда не думал, что самосовершенствование потребует столько усилий. Но что ж, теперь и мы в деле. Если это нужно для того, чтобы стать хорошим отцом, значит так тому и быть. Назвался грузем, полезай в кузов. Хорошо, кажется, я знаю, что должен сделать. Мне придется вернуться домой и попросить Дэн-Дэн повторить. И в будущем я просто буду все записывать. Ошибаться не так уж плохо, если котёр, окей, увидимся. Увидимся. Биби. Старое доброе увеличительное стекло снова на месте появилось из ниоткуда, и оно ведь была та птица, значит, есть откуда. Ох, это толстая летучая крыса. У нас андроки самые умные, замечательные дети, каких только можно встретить. Новая школа, учитель, все, они заслуживают этого. Где учитель? Какая новая школа? Я так рада, что все это стало возможно благодаря тебе, Шэдди. Я еще часы только прилепил вчера. Видеть, как Труди делает шаг вперед, строит все эти планы на будущее, просто замечательно. Иногда нужен лишь небольшой международный конфликт, чтобы поднять уверенность в себе. Еще кто-то есть. Да, Мейбл сейчас уйдет. Мисс Близ, старая учительница, мы с ней часто вели долгие беседы за теплыми якмельским молоком. Она возглавляла... Возлагала на Элси большие надежды, считала, что ей просто нужно немного повзрослеть и выкинуть сессию из головы, в общем-то, она была права. Приятно видеть, как Купер и Дженсен ладят друг с другом. Купер не часто заводит друзей, а если заводит, то обычно через несколько недель они расходятся. Ну что ж, давай наслаждаться этим, пока есть возможность. Рецепты есть? Здравствуй. Кажется, я случайно приготовил новое вкусное блюдо, сэндвич с сыром. Научи меня. Отлично. Хотели послушать, мать, я кое-что тебе скажу. Используй такие ингредиенты, как сковорода. Так, Либи не разговаривает. Павло, по поводу находок и расследования. Я же говорил тебе, что безделушка — это талисман. Что бы ни случилось, она всегда найдет дорогу домой. Я уверен, что ты тоже сыграл свою роль, Шэдди, в этом. Мисс Джейн, она вполне может стать потенциальной участницей чаепития. Я должен научить ее более достойно. Может, нас представить сначала надо было с мисс Джейн? Она была актрисой в «Ореховом ручье», верно? Как актриса-актриса, и не как один из этих так называемых артистов-перформанистов. Ради всех моих косметологических шедевров, испорченных песчаной бурей, мне все равно, что вы все будете делать, чтобы избавиться от них, просто избавьтесь от них. So long, partner. Мисс Джейн, уже про нее все знают. Я даже еще не видел, даже школу еще не видел. А тут что? События никакого. Внутри в мэрии, что ли? Логан, да. Элси? Логан и Элси, давайте обсудим план. О, Шэдди, как раз вовремя. Я вообще случайно зашел. Мы как раз обсуждали предложение Логана по защите Сандрока от любых монстров. Возможно, нам понадобится твоя помощь. Итак, Труди, я думаю, ты поддержишь нас в этом. Да, я все обдумал, а теперь, когда ты вернулся в город, приезжает все больше и больше людей, я думаю, что нам снова понадобится бдительное око охотника на монстров, охраняющих наш город. Можно взглянуть на ваш план? Конечно, Труди, мы с Логаном все обсудили и решили, что у нас есть хороший план. Он очень хорошо обдумал то, что все говорили на городской встрече. Элси, не хочешь показать ей план? Вот, держи, Труди, у нас все расписано, все указано. Спасибо, не могли бы вы мне его показать? Тебе только что в лицо его бросили. Ну, в общем, восстановить аванпост охотников на монстров. Старый аванпост Хоулита в пустыне. Так точно, я на днях ездил, осмотрел его, он выглядит очень запущенным. Думаю, если немного подправить, отполировать, мы сможем заставить это место снова служить нам. Я знаю, что это будет стоить немного денег, но... Позволь мне беспокоиться о деньгах, Логан, у нас достаточно бюджета... После того, как Миан отдала нам 500 тысяч. Просто сообщи мне, что вы планируете. Ну, я могу управлять этим аванпостом, как это делал мой отец. Он обращен к северной Юфаве, так что я вижу любых монстров, надвигающихся на нас с той стороны за несколько лиг. А ты там будешь круглосуточно стоять? Если бы у нас был пост, у нас бы никогда не было так гиглеров. Если я чем-то не справлюсь, то могу вызвать подкрепление из гражданского корпуса. Меня, что ли? Он же мастер. Я тоже буду помогать, если удастся заставить монстров оставить нас в покое, не ступая в бой, тем лучше. Звучит как вполне осуществимый план. Нам понадобятся материалы для восстановления строения, надеюсь, мастер поможет. Ну, конечно. Остальные материалы я могу достать в городе. Похоже, вы все хорошо продумали, я думаю, это разумная идея, приступайте.
Рада, ура! Ты самый лучший мэр, Труди! Шэдди, сможешь ли ты помочь и починить аванпост? Вообще без проблем. Замечательно, что ж, я все равно обсужу это с мистером Вэем, сообщи ему, что мы берем поручение. Спасибо, Шэдди, все, что нам нужно, это материалы. Вот список, как только они у тебя будут, уже есть. Просто доставь их на место. Шэдди, стоять! Эй, как бы ты это сказать? Спасибо, что уделяешь время для помощи по этому аванпосту. Это нужно для безопасности Сандерока, но этот аванпост очень важен для меня, я работал там с моим отцом. В общем, у тебя я в долгу, и я очень это ценю. Да какие вопросы, братан? Рамбо всегда останавливается и просится в гости, когда мы проезжаем мимо твоего дома. Хех, он действительно к тебе привязал? Это не ко мне, это к моей козе. Козу, как ее зовут? Рози это, блин, зеркало. Ситуация опасна, стоит запастись оружием, хромовые кинжалы. Не обойдешься. Я копье только сделал. А я вижу, все оружие закупают. Как зовут мою козу? Забываю. Мейбл? Нет, Мейбл, извини, Мейбл. Как тебя звать-то? А как ее зовут-то? А ну иди сюда, там имя уходит. Мерли, во. Коза Мейбл это другой персонаж. Подожди, я найму сначала. Покормлю сырым мясом. Здорово, Гав-Гав. Сырое мясо хочешь? Фу, вообще сырое не зашло. Что тут появилось у нас? Взять к себе появилось вот так вот даже? А у тебя такого нету? Нету. А что, можно не всех взять к себе? А макиату? Нету. А банджу? Нет. Такие глаза. Хочешь сырое мясо, это все равно не заходит. Тебе тоже вижу, не заходит, никому не заходит. Слышишь, Немо, а как тебя взять к себе, если... У меня кошачья вообще-то будка, свинцы рядом. Ты не против кошачьего общества? Давай попробуем. Будешь жить в кошачьем доме? Пожалуйста, выберите имя для вашего. Ну, Немо, он и будет Немо. Принятие к себе прошло успешно, подтверждаю. А вот эти всякие штучки там, эти хренучки. Все, он теперь у меня будет жить? В кошачьем доме? Извините, капитаны, заместители Макиато, Банджо и другие. Отправить. Управлять. В смысле управлять? А что значит управлять? Ничего не происходит. Завершить взаимодействие, отправить. А, я могу его. Собранный питон со время выполнения команд вещи будут в вашем почтовом ящике снаружи дома. О, воду может собирать 10 часов. Отдыхает с 3 до 7 часов. А сейчас который час? 10 часов, я думаю, успеет. Ну давай эту воду. У нас с водой проблемы большие. Ну все, я отправил его в воду. Покормил. Ха, у меня теперь кошачья будка, собака живет. Остальных что-то нельзя приручить, не знаю. Хотя у него рейтинг ниже, чем у капитана. Но капитан сюжетный, у капитана, по-моему, есть дом. Или у кого дом есть, по-моему. Нет, у капитана мы дом строили. Или капитану дом строили, или капитан живет. Ну короче, не всех животных, я так понимаю, можно приручить. Как и жениться не на всех, собственно, персонажах можно. Мне нравятся часы, которые тебе получили в разрешении школьной. Они как будто говорят, время пришло, или каждая секунда на счету. Это действительно похоже на новую эру для Сандрока. И кто знает, может быть в этом классе сейчас сидит следующий сэр Лео. Логан, хочешь, чтобы мы построили аванпост для охоты на монстра после того, как закончим с лесом? Я чувствую, попахивает сиквелом. So long, так, поехали. Дальше. Что по заданиям? По заданиям аванпост. 8 гранитных плит. У меня есть доска из акации. Есть это. Нет гранитных плит. А с гранитом беда. Вот это вот беда. Камня у меня нету. Камня нет у меня. Камня нет. Камня нет. А то надо смотреть, какой это камень. Гранит это в каком-то... В каком районе. И акацию надо еще нарубить. Видите, акация понадобилась. Так, поехали... А, через школу поехали, кстати. Все уже знают, что в школе, знает уже мисс Джейн, бабушка, которая приехала, которая Хайди еще преподавала. Все ее уважают, все знают, а только я нифига не... Ну и какая школа открылась у вас? Я ничего не пойму, нифига. Где школа открылась? Как висел он, чувак, в воздухе, так и висит. Где школа? Алло.
Одни обманщики вокруг. Здорово, Синди. Сэнди. Сэнди подавился чем-то. Будешь отходы? Да, отходы мы лучше зашли, чем все остальное. Морти, что ты скажешь по поводу школы, которая будет у тебя над головой? Чертовы дети! Чтобы все вы сдыхали. Образование один из лучших... Нет, другой сказал. Способ совершенствовать этот мир. Я хочу, чтобы эта школа стояла и работала очень долго. Нет. Так что, похоже, почти все в городе поддерживают экологические планы Труди и Зика. Совершенно невероятно. А сегодня какой день? Вторник, блин. Жалко, что не среда. Здоров, Икси. Хорошая птица, ты мне нравишься. Хорошенькая, кар-кар-кар. Я не птица. А у меня червь для тебя есть, хочешь? Спасибо, хорошая птичка. Я не птичка. Так, а к Фангу зайдем или его сегодня нету? Не зайдем. Который, что у тебя за квест? Через весь город тебе ехал. Привет, Шэдди, у тебя есть минутка? Я бы не прочь поболтать. Помнишь ужин с предложением по развитию, который Труди устроила недавно? На медиа она снова спросила меня, есть у меня какие-нибудь новые идеи. Поскольку дела идут в город, ты меня знаешь, я всегда полна идей, но... Слушай, мы обновили игровой центр и музей. Они работают очень хорошо, песчаные гонки тоже неплохо работают. Все благодаря вашим инвестициям, ребята, и помощи. Я хочу сказать, что для меня большая честь, что мэр теперь видит во мне неотъемлемую часть развития Сэндрока, но... Эй, что случилось с твоим настроем? Я думаю, что сейчас я нахожусь на том этапе, когда я смотрю на цену вопроса и думаю, может быть, это достаточно для меня. То, что я задумал на будущее, это гигантский прыжок, который я не уверен, что должна совершить. Знаешь, я тебе никогда не рассказывал, но раньше я пыталась открыть небольшой бизнес в Атаре. Моему тогдашнему мужу это не понравилось. Мужчина должен обеспечивать семью, говорил он, хотя у него это ужасно получалось, и он все тратил на развлечения. Я развелась с ним, а потом приехала сюда, чтобы доказать, что он ошибался. Возможно, я была немного, нет, совсем наивная, когда мои ожидания совпали с реальностью. Это я ему покажу, хватило только для того момента, когда мне впервые пришлось выплачивать проценты по кредиту. Время, проведенное в Сэндроке, очень многое из меня вытащило. Мой сын Алло, он уже подросток. Я думала, что оформлю в Сэндроке субсидии, сделаю из этого прибыльный бизнес, устрою ему идеальную жизнь. На самом деле, моя карьера отдаляет меня от него. У меня всегда была мечта, идея прекрасного в развлекательном комплексе, который я назвала «Мир Катори». Но теперь, когда у меня есть реальный опыт предпринимательской деятельности, я понимаю, как это сложно. А сейчас идет борьба между моей мечтой и моим ребенком. Это так тяжело. Прости, что-то я слишком много болтаю. Я горжусь тем, сколько всего у меня уже получилось, но ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Просто поговори со своей семьей. Я действительно должна. Я пытаюсь быть той, кто все делает. Это похоже на то, что делал мой муж. В общем, я думаю, что мне нужно решить этот вопрос. Внутренний конфликт самой. Где-то в муках выбора борются мысли насчет моей мечты и моей семьи. Мне действительно нужно было выговориться. Спасибо, что выслушал меня. Ты не вопрос. Я была так занята последнее время, что сын забыл написать домой. Моя мама прислала мне фотографию моего сына. Растет слишком быстро. Я покажу тебе в следующий раз. Что, уже не помещается в фотоаппарат? Такой большой. Ладно. Он, Рири, уже домой даже не заходит. Что там, Дэнби? Сковородками бросается. Я знаю, знаю. Всегда был медленным парнем. Но не кажется ли тебе, что Дэн немного торопится с тем, что уже так активно работает со школой? Школа еще разломана. Вообще-то я в какой-то степени поддерживаю проект по лесовосстановлению. Я мог бы работать со всеми видами новой древесины. Может быть, даже наконец увидеть, каково это самому рубить дерево. Так, поехали узнаем. Опа, на мистера Ци наехали. Мистер Ци, можно вас поджать? Меня очень беспокоит, что Альянс не позаботился о том, чтобы в каждом из его крупных городов и государств была хотя бы минимальная система образования. Отсутствие школ только усугубляет нищету в регионе, создавая замкнутый круг. Но меня никто не спрашивал поэтому. А я воды еще хотел купить. Макиато. Чего ко мне жить не поехали, Ансур? Новая учительница, она говорит, что раньше была актрисой. Откуда нам знать, что она не просто изображает учительницу? Откуда вы еще вообще ее знаете? Такое ощущение, что все силы вселенной пытаются помешать нам изменить обстановку в Сэндроке. Честно говоря, мне даже нравится это испытание. Как здорово наблюдать за тем, как вы, ребята, делаете такие классные вещи. Интересно, если мы спасем Сэндрок, нам будет скучно? Так, Эрнеста Видал.
Вон будка. Я же кому-то строил какому-то коту, я помню. Я не помню какому. Эй, слушай, ты мой лучший друг. Если ты окажешься в ловушке в горящем здании или еще где-нибудь с таким-нибудь придурком, я бы точно спас тебя в первую очередь, не задумываясь. Ну давай ставим это между нами. Давай. Так, мир воды. Сегодня у нас наценка не 14, но 5%. 10 галлонов купил. И пока держимся. Там посмотрим. Если бы только Зена была здесь, возможно, наши потомки могли бы присоединиться к этим детям на их тропе войны за покорение образования. Где вы это образование видите? Там еще строить и строить. Здорово. Миан чуть не потратила все свое чертово состояние. Не только я его ненавидел. На то, чтобы просто отдать его. Неужели эта девчонка ничему не научилась у меня? Конечно, она сделала доброе дело, но школа все равно будет построена. Надо учиться получать удовольствие, черт возьми, Элси. Ну, Хайди подели. Ты же не знаешь, как деньги пилят. В бюджете государственном. Будет ли Сандрог таким же классным задрогом без песчаных бурь, я тоже думал над этой загадкой. И вот вам мой вывод. Да, песчаные бури — это ужасно. Все, кто говорят обратное, просто ностальгируют. Забор строишь, и у тебя все хорошо. Никаких песчаных бурь. Так. Что? Смотрите, кто здесь. Уже не кот. Уже морда этого здесь висит. Правда, дырка... Кота, да? Да, кота. Голова круглая, кота. И здесь коты вокруг. Ну ничего, будешь повелителем котов. Тебе повезло, ты первый согласился из всех. Опять-то мы вот такие вот дела. Так, аванпост, материалы. Гранит. Гранит — это печь. Печь — это выплавление. Выплавлять я их не могу. По заданию у меня нифига... Есть по заданию что-то. Вот, гранитная, вот. Ломание камня. Горные породы, которые намного тверже обычных камней. Обычно используются для отделки зданий. Когда-то у меня был гранит. И куда-то он ушел. Акация... Да. А вот гранит. Гранит. Это Юфалы. Пустыня, да? Это было еще в ранней версии. Его даже добывал. Если ранняя версия, значит, это не новые локации. Не новые локации, это значит... Это значит где-то... Смотрите, воду добывает. Вот Немо. Это значит где-то вот здесь вот. Вот тут вот. Попытаться найти гранит. Мне же нужна гранитная плита, значит, гранит. Акация в отдельном у нас месте находится. Ее тоже, кстати, надо нарубить. Потому что доски нужны уже почти на каждое задание. А вот гранит — вопрос сложный. Тут мы пластик впервые добывали. Кенгуру первый раз морду набили. А где тут камни вообще? Где тут камни? Нормально набили гранита. Чё-то далеко, наверное, пустыня заехала, она чуть ближе. Нет. Подождите, камни вот здесь были. Вот это камни же. Вот это гранит. Что тут прилезет, блин? Необработанный минерал. На меня уже кто-то напал. Графит. Графит, мрамор, графит. 4, не то. Где же гранит-то я находила? Кварц, графит. А мне нужен гранит. Гранитная плита. Выдающаяся. Так, это пластик валяется. Это гонки сумасшедшие. Вот здесь, вокруг этой скалы, может быть. Да не трогай ты этих шипастов. Не, ну нашел с кем подраться. Ну ты даешь, блин. Необработанные минералы — это графит и мрамор. Не это мне нужно. Вот это. Лазурит, но это тоже не то.
Лазурит не то, это графит. Нет, не здесь, наверное. Твердые породы можно. Может быть, просто твердые породы камня. Ну, явно не лазурит. Да и не графит. Может, обычные твердые породы, реально. Пластиковые отходы. А ну, поехали. Поехали отсюда. Не здесь. Просто твердые породы камня. Но не вот такие. Гравий же нам не даст ничего, да? Да, песок и камень обычный. Мне не камень нужен. Мне нужен твердая порода камня. Именно скала. Скала это у нас за домом была. Можно там попробовать поискать. Вот здесь вот были они. Наверное. Посмотрим. Или возле гиен, в том районе. Там, где гиены справа. Там я вообще камней не помню. Заранее чуялся. Может быть, там поискать. Давно его не добывал, просто не было заданий. Или у меня запасы были нереальные на этот гранит. Но задания были такие. Я на плиты никогда и не брал-то, и, собственно. А ну, поехали. Здесь была возвышенность. Вот тут вот где-то. Где меня кусали, а я добывал. Вот, нет, это не тот камень. Вот эти камни. Вот такого типа, я думаю. Твердая порода, вот это. А ну. Камень, мрамор. Мрамор. Не то, гранит где-то дальше был, блин. Где ж он был-то? Вон они в гравии. Кварц, камень. Не здесь, значит еще дальше где-то. В твердой породе тоже гранита нет. Хотя гранит и есть твердая порода. Мрамор. Гранит это, наверное, следующая была какая-то часть. Вот зараза, где же мы его находили-то? Неужели в руинах где-то? Мне в руины совсем не хочется ее. Ну, поехали к гиенам еще съездим. Может быть, тут? Там, где газы были вот эти вот, нет? Зеленые, где мы костюм надевали. Ну, тут точно нет. Вот тут поискать. Давай здесь поищем. Тут были камни какие-то новые. Вот это вот не гранит. Это сера, по-моему. Это сера. Гранит. Блин, реально здесь. Это новая локация, оказывается. Тьфу ты, ёптерный театр. Да. А я там ищу. Тут полно гранита. Просто почти не нужен был. Это что? Рубаним. Какая-то басия туманная. Так, есть еще гранит? Есть, вижу, сейчас пойду заберу. Меня не кусать. Вот, блин. Иди нахрен, говорю. Мне не до тебя, честно. Так, есть гранит. Гранит есть. Записки. Это не гранит. Мне же домой еще надо ехать, а не с вами драться. Вот здесь где-то были камни, вот тут вот. Тут, может быть. Это что зеленое? А, это алюминий. Вон гранит вверху. И вот это немного-то относительно. Так, мелочишка. Ваш питомец выполнил задание. Растение, ой, блин, уровень доверия растет прямо на глазах. Воды принес, интересно, сколько? Надо посмотреть, ящики будет. Вверху есть гранит еще? А вот еще. Сейчас, минутку. Нам хватит на 8 плит, я думаю. И акацию надо будет нарубить.
Все, гранит я уже собрал. Смотрите, мне хватает ровно теперь на нее. Это уже прок набираю. Сейчас еще одним глазом гляну тут. А вон там еще в углу. Да, еще чуть-чуть туда. Потом еще пару плит закажет, а у нас уже все будет. Опа. Еще и сундук вверху какой-то. Отлично. Так, ну давай посмотрим, что тут. Прям подлетел, видели? Ну, где тут сундук? Он типа здесь. А, он типа вон. Неплохо сбил. Силовые камни. Че, поехали? Ты где, Мейбл? Час три... Время! А такси-то уже не работает. А такси-то все. Где тут заезд был? Мейбл, как отсюда... Гранит. Мейбл, как отсюда выехать? Час 30. О, сундук. По-моему, сюда. Ой, вот гранит. Справа был, слева был. Куда мы едем сейчас? Мы едем правильно, да. Или ни хрена, ни хрена мы не едем правильно. Туда. Где-то был. Вот сюда правильно. Ну, за час я не доеду домой. Рокки, спаси. Уже поздно. Да не за час-то. It's impossible. Где мы вообще? Я еще не туда заехал. Не смешно, блин. Нерабочее время. Сволочи. Все, я еще и завис. Там бумага, кстати, какая-то. Полчаса выруливал. Вон он. Вон он, отель Шедвиль. Ну, к нему за 20 минут... Не, если бы я быстро выехал, то нормально. Нельзя было ошибаться. Этот стоит посреди леса. Ужас какой. Ужас какой. 4 секунды. 4 секунды. 4, 3, 2. Вот взял бы, если бы кровать здесь была, я бы как раз на кровать упал. Какая сволочь кровать перетащила на верхние этажи? Вот какая? Вот какая сволочь? Сам бы как раз в кровати был. Вот один в один бы был. Где-то с синяками. Упал, ударился. Ладно. Питомец выполняет команду. Какую? Воду? Он автоматически теперь ее будет выполнять, да? Ну ладно, я не против. Пусть выполняет. Блин, ну смешно, конечно. Так, что у нас с водой? Я, кстати, воды принес. Теперь у меня ящик в одном месте. На тебе воды. Конечно, воды нет. Кстати, это не сюда. Сортируем все, что есть. Окей. Что у нас по задачам? Собака бегает. Вон она уже работает, Немо. По задачам ничего. Школа строится. Мне надо было бы, блин, этот... Лучше бы я не спать бежал, а заказал бы плиты. Что плиты будут строиться-то? Долго. Мне надо сколько? 8 плит? 8 плит. Да 8 очередей. В принципе, можно быстро сделать. За час будет готово. А? Вот это я понимаю. Технологии пришли, эти мусор забрать надо. За час аванпост будет готов. Который ты приходил? С
Самое место для разговора на рельсах. В Сандроке работы каждый дополняет друг друга. Если мастера отстают, то страдает бизнес каждый. Я не шучу, все взаимосвязано. Мы полагаемся на вас, ребяточки. Это мне хотелось сказать. О, на работу зеркало идет по рельсам. Ого, принес. Это мне собака все принесла. О, Грейс опять пишет. Шейди, да, это было похоже на трибунал, а я вопрос задавал. Хотя, честно говоря, я вроде как нарушил несколько правил, но ведь результат говорит сам за себя, верно, это моя защита лучшая. Мое начальство такое объяснение устроило, не проявили ко мне огромную снисходительность и не назначили наказание. Даже похвалили за то, что быстро соображаю. Трудно поверить даже, я всегда представляла себе, как устраиваю большой праздник. Завершение миссии, но вместо этого просто пошла домой и легла спать. Мои соседи наверху прошлой ночью очень шумели, но я спала как убитая и очень устала, хотя думаю, в некотором роде иметь шум на соседей приятно. Так я чувствую себя не такой одинокой. Уехал на свой угол, давай возвращайся. Там делать нечего. В ваших городах. Добавь Сандру. Так, воду сбросили, сейчас это на переработку еще засунем. По одному пунктику. Нужно даже музыку писать. Тук-тук. Так, это тоже сюда. А, это я уже сделал. Или не нажал. Ну, не нажал. Вот это я не делал. Ну, вроде бы все. А, нет, еще механический. Все отлично. Все платится, все перерабатывается. Гуд. Что дальше? Воду пошел забирать. 14-19 отбросов и 16 воды. Ну, вся, что была вода, все забрал. Как там мой пес? Кстати, могу его повидать? Вон он бегает. Ну, пошли посмотрим на него. Так, сегодня я бегаю с колючкой. Поехали, колечко. Сегодня у нас равномерная жизнь. Ща. Спокойная жизнь такая равномерная. Может, акацию пойдем рубить. О, смотрите, воду ищет. Ну, как поиски с водой. Здорово. Гав-гав. Ты есть вообще хочешь? Мне теперь кормить остальных и не нужно. На. О, ну так это ему нравится. Все, теперь точно нашел воду. Да, теперь у меня есть питомец. А куда это он побежал? На вокзал? А, ну что, кстати, готово, нет? Всего ж часто там времени. Сейчас уже прошел. Урожай собирает, красавец. А сколько у меня этих? Гранит 25. Плита, сколько, когда она будет готова, не понял. Гранитная плита, производство завершено. 8 штук, все, отремонтируйте аванпост. Готово. Сейчас мусор сбросим. Отремонтируем аванпост, где-то в пустыне, наверное, да? Так, мусор сбросили, плиты. Это осталось, а, 51 сейчас засуну. 11, рыба для кота, червяки. Семена песчаного риса. А, ящик помощника засовываю постоянно, ему это не нужно. А это он будет добавлять? Наверное, вряд ли. Ну и ладно. Сам добавлю. Но я думаю, что он все время пусто, я добавляю сюда в ящик помощника, потому что он пустой практически всегда. Так, пошли удобрения засунем сюда. Так, добавляю. Добавил. Все удобрение туда уходит. Поехали. Кстати, привет, зеркало. Я уже с тобой не общаюсь, как будто ты меня... И так тебя знаю всю жизнь. На тебе подарок, я не знаю. Болтик какой-то хочешь? Че тебе подарить-то? Диск данных. Что это такое? Куда он его все засунет, скажешь? Это сейчас кому-то диск подарить, да? Такой же вопрос будет. Куда мне этот диск засунуть? Здорово. Ну что ж, дело сделано, Шейди. Эх, моя жизнь закончилась. По крайней мере, отныне каждый будний день с 9 до 3 ты можешь. Ты можешь оказать мне последнюю услугу, твои приключения. Ты можешь рассказывать мне о них, чтобы я мог представить, что я там с тобой.
Иди в школу. Ладно. А куда ехать-то? Блокпост ставить. Ух ты. Там будет он, да? Школа не достроена. Все боятся школы. Кстати, сегодня среда. Еду к Фангу. Еду к Фангу. Мансур. А, кстати, с тобой не общался. Эта школа — признак прогресса. Еще одно доказательство того, что ты, Хайди, работая вместе, можешь переносить практически все. Кстати, я же это, копье еще хотел отдать кое-кому. Самое оно ему еще нужно. А мы его видели где-нибудь? Где он находится сейчас? В доме его не видно, да? А копье у меня? Алюминиевое... Подожди, алюминиевое копье. Вот оно, бронзовое. А у меня алюминиевое или бронзовое? Не помню. Купер! Тебе еще это нужно? Купер? 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 Купер на месте. Смысл жизни — рецепт на самом деле прост. Берем две части сочувствия, щепотку доброты, смешиваем с любящей семьей. Потом добавляем большую порцию таких друзей, как ты. Дальше разогреваем духовку до 200 градусов. Просто шучу, Шэдди. Меня туда, да? Сегодня узнал новый рецепт, думаю, назову его пицца. Отлично. Купер. Все, стоишь? Привет, бронзовое копье. Есть, я для тебя его сделал, представляешь, Купер? Держи. Плюс 18. Молодец, приятель. Видишь, разве неприятно оторвать свою задницу? Принести немного добра этому миру, когда я был в твоем возрасте. Я бы не сказал, что копье приносит добро. Но плюс 18 — это много. Так, ладно, поехали в пустыню. Привет, Коко. Поехали в пустыню. Ну, я думаю, отсюда будет быстрее. Установим этот блокпост. И рубить акацию, наверное. Потому что ее у меня уже нет. Как и гранита, собственно. Гранит тоже, если понадобится, его тоже не будет. Да, колючка уже не рентабелен на длинное расстояние и невыгоден. И невыносим, так скажем. Тут бы побыстрее бы доехать. А, так вот он, блокпост. Ну, что это за здание всегда стояло здесь? Так он уже и есть. И всегда был, кстати. Это как на пляже стоит для спасателей, да? А теперь что будет? Теперь будет... Точно как на пляже. Я знал, что мы можем на тебя рассчитывать. Ну, я приведу все в порядок, и когда все будет выглядеть как раньше, я приглашу тебя на небольшую вечеринку, окей? Дай хоть посмотреть, что я тут настроил. Ого! Нифига себе. Ладно, приглашай. Не забывай время от времени начать Кенди, малыш тебя обожает. Да, я только что видел его. Ладно, поехали. Подождать Логана, в смысле подождать. Подождать, дождаться его этого приглашения, наверное. Все, делать нечего, поехали акацию рубить. Там я еще, знаете, последние дела доделал. Даже питомца уже нанял. Жениться еще, по идее, надо бы, но мне не на ком жениться пока. Жду еще возвращения Нии. Потому что у нее сердца, половина сердец есть, по идее, должна вернуться. Потому что смысл тогда строить отношения с человеком, хотя я ее никогда не видел, никогда не знал. А так тут, конечно, проблема у меня. Грейс уехала. Элси... Ну, не знаю, это та же Элси, только с другой прической. Ну и все. Больше никого. Миан, с Миан затусили. Но когда она деньги отдала, да, у нее рейтинг возрос. А так бы нет. Катори, он старше меня на 42 года. И у него ребенок выглядит старше, чем я сам. Больше никого нет, реально. Ладно, поехали, акацию хотя бы нарубим. Может, там с кем-то познакомимся. Где мы акацию с вами рубим? А, вот здесь мы акацию с вами рубим. Кстати, еще какое-то место для рыбалки. Давай сюда. А, к этому ж, к Фангу не зашел. Как раз рядом. Сейчас.
Хотя не рядом, но все равно, сегодня среда. Я сегодня как не дает до него. Хотя это ничего особо не дает, плюс 3 очка, знаете, это пшик просто, ну, может, на то и рассчитано. Самое большое количество очков, которые мы с вами заработали с ним, это когда птицы помогли. 20 очков, это вообще гигантское количество очков. Да, вот он. Здорово. Давай среднюю. Плюс 3, сейчас буду синий. Новое лекарство доступно в клинике. Фан плюс 3. А что за лекарство? Какой-то шарик. Хм. Работает, сказали. Здорово. Школа для Сандрока. Может быть, когда-нибудь один из них станет моим учеником. Моя птица хочет знать, хорошо ли ты себя чувствуешь, достаточно ли отдыхаешь. Не я, нет. Икс, тише. О, Фанк, но интересуется. Подожди, я могу ему уже подарок подарить, что ли? Тут больше стало, и фотография по... А, мы приятелями стали. Подарок, наверное, ему фиг подарю, да? Хочешь лекарство? Нет, не дам, это на 300. Тут, наверное, не примет он подарок. Давай на 300 попробуем. Не приноси мне ничего. Нет, не берет. Ладно, Икс, давай с тобой. Как с Иксом поговорит? Никак пока. Ладно. Ну, пообщались. На 5 очков продвинулись. Все, поехали далее. Нарубим алкашек. Нарубим алкашек. Давай, давай. Вы уверены, что хотите отправиться? Да. Погода прекрасная, акации отросли. Раз чудесно. Так, давайте топор мне. Начнем с этого дерева. Кстати, это тоже неплохо. Керамический отход еще никто не отменял. А, драконовое дерево я никогда еще не рубил. Слышишь, я просто к нему не подходил, думал, оно большое. Да, это мое первое. А что дают за него? Что дают-то? Кровь дракона, плюс 4, нифига себе. Еще окаменевшая древесина. Я реально считал, что это какое-то огромное дерево, и просто его трогать не нужно. Кровь дракона. Интересно. Никогда не попадалось ни в одном дерево акации, плюс 10, хорошо. А доски есть с дракона? Цветущее кактусовое дерево. Сейчас его посмотрим еще. Там, по-моему, у нас лист кактуса. Нет, кактусы можно не рубить. Цветки кактуса. Вот это надо. Золото, да, пригодится, я думаю. А драконова удивили. Так я и это могу тогда осилить. Хо-хо-хо. Я просто топор, наверное, не брал, да? Я, наверное, может, к нему и подбегал. Топор, скорее всего, не справлялся с ним. Ничего себе рубанул. Блин, пол линии уже нет. Это я два дерева вскрыл. Че это такое? О, такого тоже у меня нету. Хотя тут... Нет, ну оно, конечно, потом понадобится где-нибудь в каком-нибудь месте. Вот это тоже оно, да? Давай это наберем. Тем более его много. С одного куста падает. Годится. Так, эти камни, по-моему, обычные, ничего особо нет. Я чисто за древесиной сюда пришел. Кусты там порубить, драконьих деревьев, акации напилить. Вот это я заготовлю сейчас. Думаю, если вдруг какой квест, то у меня оно уже все есть. Угу. Угу. Так, мусор. Керамику разбросали. Керамика нам тоже понадобится.
не часто встретишь, но акация больше, думаю. Very good. Так, кактусы. Ну эти кактусы нам не нужны. Давай вот это. Ничего себе пни. Как его разобьешь? Я клевая колючка фигня. Кустов, наверное, хватит, лучше деревьев. Вон еще драконовое дерево, еще 4 или 5 деревьев. Или больше. А, во, тут же еще дыра была. Со входом. Ну это смерть, наверное, же, да? Если я туда прыгнул. Там он ход какой-то. Так, я сохранился, если что. Сейчас попробую. Умер. Да, умер. Ладно. Но неплохая вещь, конечно. А, так подожди, а сядь. А, вообще нельзя, да? Ну, типа, умираешь, да? Не, ну, что-то интересное, да. Ну, какой-то двигатель. А-а. Там есть проход, кстати. Там такое ощущение, что... Вот там вход. Вот где-то вот здесь вход. Ну тут смерть как бы не страшная, тут сразу тебя возвращают назад. Ладно, не знаю. Шли дальше. Давай драконовое дерево еще осилим. Ну всю акацию не вырублю, конечно. Но драконовое дерево меня удивило. Давай. Не осилю. Не осилил. Есть у меня что-нибудь подкрепляющее? Плюс 10 не спасет. Плюс 100. Да. Вот это нормально. Еще акация, думаю, осилю. А еще. Ой, титановые отходы. Ладно, лучше дерево побольше. Я сразу за деревом пришел. Больше. Золото рядом, блин. Плюс 6. Воду принес. Мне надо больше животных. Тогда мне надо будет сборщиков росы ставить. Согласны? Все, великолепно. Больше ничего не трогай. Еще даже немного золота нашли. Все, я поехал. Тут же нет дверей. Такое ощущение, что здесь вход куда-то. Ну, может, это оно, вот это оно и есть. Так и зачем дыру эту сделали? Реально такое ощущение, что где-то тут ход есть тайный. Ну, секретов вообще-то в Сэндроке нет. Надо быть честным, да? Локация огромнейшая, а тайных никаких секретов тут таких, что вау, ты нашел что-то такое. Чем бы можно было бы, знаете, восхищаться, что ты нашел секрет и им пользуешься. Тайную комнату мы находили в руинах. Как вам? Сильно впечатлило? Там, где обычный сундук с мусором лежит, который можно было бы и без тайной комнаты куда-нибудь поставить, да и все. Ну там ощущение, что вход где-то есть. Может, стоит побить киркой еще походить, не знаю. Ладно, посмотрим. Все, я нашел достаточно всего. Я имею в виду древесины, даже новой. Которой до сегодняшнего дня у меня не было. Мне надо лечь спать пораньше. О, тут у нас тусовочка. Класс. Качает, да. Кристалл, здравствуйте. ДНБ хочет, чтобы мы создали что-то вроде ассоциации родителей, учителей или что-то в этом роде. Я не знаю, что именно это значит. Все, что я слышал, это продажа выпечки. Что интересно, сможем ли привлечь Мейбл, несмотря на то, что она не участвует в этой игре. Шторы будете новые покупать. Вот что вы будете... Я же говорил вам, что вы будете.
Так, с Ансуром я виделся. Если бы было такое соревнование по боевому искусству, так, ладно. Жасмин. Привет, Шейд, я собираю историю, чтобы рассказать Хайде. Нужно больше новостей для газеты. Есть идеи? Так, здравствуйте, с вами виделись. Хайди, кстати. Похоже, мои дни в качестве учителя на замену окончательно сочтены. Было весело. Хотя, должна сказать, я немного потеряла. Ой, я немного потела каждый раз, когда Джаст задавал мне вопрос, ответ на который я не знала. Может, я еще смогу заглядывать время от времени, когда Джейн понадобится выходной. Ну да, на возрасте же. Смысл жизни, рецепт. Я с тобой сегодня уже общался. Отцовы нам нет. Здорово, что у нас в городе появился новый человек. Где? Какой человек? Эй, если хочешь быстро подружиться, почему тебе не зайти в школу и просто сказать, как дела? Я тут все построил, на самом деле это очень... не очень хорошо, но это уже слишком. Я пытался зайти в школу, она в руинах. Как-то так. Новый человек появился. Мисс Джейн, я так понимаю. Та, которая учила Хайди, правильно? Так а где эта бабушка? Почему ее нет? Она появилась уже, что ли, в этом? Тут, кстати, одно место есть. Вот, ни хрена она не появилась. Если бы она появилась, то здесь бы она была. Значит, нету. Значит, как обычно. Раньше времени. Диалоги запустили. О, че сидишь? Гав-гав. Я тебя сегодня уже кормил. Воды набрал? Молодец. Так, тут волокно нашел всякое. Что, вода нужна? Вода на исходе, помогите! Дети, я найду эту воду. Ну, сделаю сейчас чуть-чуть. Мы уже собака на тебя работает. Эти, 8 рососборщиков. У тебя все воды нету. На, эти 8 штук сейчас засуну тебе воды. Держи. Забирай, блин, только меня не сбей с ног. Смотри, сразу высосал 8 воды. Прям-таки. Беда будет, если не успеем прям. Ох, у меня появились эти новые штуки. Роза, ох ты. Ну да, может, смотрите, еще кровь дракона. Жидкость похожа на кровь. Нет, что-то мы с вами находили кровь дракона. Какой-то квест выполняли, по-моему. Или это не здесь? Вода, ну это только что дал. Ну ты издеваешься или что? Смотри, я переработать сейчас сделаю. Я тут принес отходов, кстати, керамических достаточно много. Что довольно круто. Пластиковых я не рубил, уж сил нет. А вот керамических целых 7. Это на 16 часов. Могу очереди поставить, но не буду. Пусть так и перерабатывается, оно меня простаивает. Там титановые еще были, но мне сил не хватило. Так, смотри, что мне нужно. Мне нужно распилить акацию. Акацию нужно распилить. Акацию. Гранитная плита, это чего? А, я все камни потратил. У нас ее нет. А где акация? А вот, доски из акации. Она же, да? Да, она же. Я могу сделать аж 99 штук, конечно, мечтался. Ну, 16 могу. Пилите, Шура. Вещь хорошая. Так, один из двух. А что такое смешение? Это я, наверное, взял материал откуда-то. Так, нам вот это 4 алюминиевые плиты можно. Даже 14 можно. Пусть делается. Керамическую можно. Сейчас будет у нас 4. Да и делай, пусть будет. Так, тут... А, тут у меня нет этого. Вот этого еще нету. Хромистую сталь бы где-то найти. Так, это мне на улучшение последнее пойдет. У меня уже улучшение-то только совсем-то ничего. Чугунный стержень закончился. Бронзовый стержень. Сколько я тут? 7 могу сделать? Вполне. Все, пусть делается. На плавку у меня... Наверное, ничего и нету. Вот это я бы сделал. 3 только могу. Гранитная плита. Есть у меня чуть-чуть гранита. Так, плавь тогда. Известняка нету. Белая. Вот этого маловато у меня. Ой, 14 запилим. Ой, 24 запилим. Все, пусть пилится.
Пусть пилится, пусть делается. Так, есть. Хорошо. Сейчас я выложу, что мне нужно выложить. Вот еще новые материалы появились. Например, вот это. Это тоже на распил можно. Так, вот это. Это как раз туда надо бы. Давай так, пусть вместе будут. Так, это сюда. Давай вот это в ящик. Ящик. Помощника, где он у нас? Хранение, ящик помощника. Вот сюда засуну, пусть разбрасывает. Хотя он не будет это разбрасывать, мне кажется. А чё ворота открыты? Немо. Смотри, забежит кто-то. И твою будку займет. А что у нас, кстати, в теплице? Я так сделаю, что даже туда заходить не хочется. О, тут уже все убрано. Или оно подохло. Робот собрал, что ли, да? Наверное, робот собрал. А засеивать робот нет? Смотри, что это было. Оно уже готово было, да? Да, 0.39. Скоро все у нас подоспеет, смотрите. За 49 минут все будет готово, или... Ну да. Удобрение есть, все есть. Ну, вручную за... Ну, вы поняли, да? Это мое возмущение. Ну, вручную засеивать, ну, нахрена тогда эта автоматизация нужна? Я что для этого ее, собственно, и делал, чтобы не засеивать. А че у меня так плохо все? Масштаб. Во. Засеивай. Я же для этого-то и делал. Не буду охотиться с вот этой ерундой. Засеял. Ох, вырастает прямо на глазах. Кто их собирать сейчас будет? О, он заходит, он собирает, смотрите. Только не засеивай. Какого хрена ты не засеиваешь? Я же тебе команду дал. Видите, заходит. Заходит. Работает робот. Работает, красавчик. Но не засеивает. Может, обновление дождаться надо какого-нибудь. За тобой, если бы он еще засеивал. Ой, вообще красота была. Так, помидофель можно улепить? Мы только что с вами видели... Невероятное. Он берет и засеивает. Он теперь из-за палок, наверное, сегодня зайдет, хотя палки не сильно мешают. Ну круто же. Ну хотя бы собирает, уже хорошо. Я думал, он даже не собирает. Вы же мне писали, что он не собирает вообще нифига. Теплица вообще закрытый этот форпост, да? Собирает, собирает, но не засеивает, к сожалению. Хотя я ему сюда ж положил. Семена положил, вот они. Чё ты не засеиваешь, собака? Или он не знает, что я хочу засеять? Может, потому... А мне все равно. Засеивай все как есть. Но нужна опция засеять все, что можешь засеять. Вот так вот надо. Тогда было бы хорошо. Ладно, я на сегодня все сделал хорошо, отлично. Заданий, как обычно, нет. Ждем Логана. Логану уже немного времени, чтобы навести порядок на вон посту. Ну вот, будет вечеринка. Я пошел спать, наверное. Письмо пришло. Что? А, мама пишет. Шейди, я рада это слышать, но не стоит винить твою маму за беспокойство. Подумай только, Сандрок пережил столько всего за такое короткое время. В Буревии никогда ничего не случается. Когда мы узнали, что дорога завершена, мы, конечно, обрадовались, но мы не могли не думать о том, как ты там сражаешься с этими монстрами. Это так опасно, но я знаю, это настоящий героизм. В любом случае, пока это тебе в радость и приносит счастье, мы тоже счастливы. Может быть, ты своим папой как-нибудь... Поедем на автобусе в Портию, разве это не здорово? Угу. Мусора заберу, чтобы утром меньше таскать. Блин, все равно какие-то части у меня остаются, которых у меня еще не было. Или я их пустил в расход уже. Вон что-то дали. Семена пшеницы приехали. Это мне собрал робот же. Семенами, видите? Он и продукцию собирает, и семена пшеницы. Угу. Так, это сумка-реликвия. Опять кусок какого-то солдатика.
Ага, давай сюда переработку. Ну, я спать. Хотя могу, конечно, воды еще немного сделать, мне кажется. Нет, не могу, раз и не было. Все, пошли спать, а то опять упадем. Второй день подряд. Все. Good, very good. Спим дальше. Удобрение производства завершено. Питомец пошел искать воду. Красавчик. Смотри, как робот работает. Наконец-то убирает в хлеву за животными. Это самое главное. Буря, нифига себе. Одна из последних. Наверное, реально одна из последних. Я увидел значок бури внизу. Кто это к нам в бурю-то приехал? Яна привезли. Или кто это? Тот не трезвый. Здравствуйте. Кого вам завезло? Пенни. Ах, спасибо, так трудно что-то рассмотреть. Эй, Сандрук всегда тут так. Ну и буря, да? Я едва могу открыть глаза. Ты здесь живешь? Я только что приехала из Буревея, собираюсь остаться в Сандроке на некоторое время. О, у меня там родственники живут. Кстати, меня зовут Пенни. Должна сказать, я рада быть здесь, но не ожидала, что прием будет таким песочным. Добро пожаловать. Сандрок, я Шэдди. Я тоже, кстати, из Буревея. Вау, это потрясающе. Мне очень понравилось жить в Буревее. Мне тоже, пока не переехал эту дыру. Видишь ли, я направляюсь из Зеленого Сгорья в Ореховый ручей со своей надежной. А, где моя гитара? О боже, она сломана. Моя гитара! Она умерла, чертов Сандрок! Да, она всегда так. Растим деревья, через 100 лет будет спокойней. Она ведь не сломана. Ох, этот проклятый ветер, я даже не могу открыть глаза. Песчаные бури опасны, пошли ко мне домой. Спасибо за предупреждение, безликий незнакомец. Прости, я даже не могу разглядеть, как ты выглядишь. Может, ты страшненький и выглядишь из этого песка. Я слышала, что есть такое место, называется Салон Голубая Луна. Будь здоров, если ты меня туда отведешь. Да не вопрос, Пенни. А ты кто, музыкант? Бродячий, да? Ой, спасибо. Если бы не ты, я бы оказалась на дне какого-нибудь каньона. Еще окажешься, у нас тут много событий происходит. О, моя гитара, она полностью сломана, что же мне делать? Ну, тебе повезло, если рядом с тобой стоит супермастер. Привет, маленькая потеряшка, если ты едешь в Сандрок, будь готова к песчаным бурям. Но я не могу не заметить отсюда, что у тебя одна из этих слабеньких гитар из легкого дерева. Если привезти такую гитару сюда, она не продержится несколько дней. Когда я начинал играть, купил себе такую же гитару в Ореховом ручье, очень похожую, сломалась через 3 дня. Моя малышка Элси тогда еще не родилась, так что у меня было немного лишних денег. Я несколько раз ходил к ним, чтобы показать, как играть настоящую музыку. И скажу вам, что их гитары выглядят шикарно, но они еще могут аукнуться. Дать ему высказаться. Кажется, у меня уже 13 гитар или 14. Есть Нэнс, Петунья, Дорис, Борис. Извини моего друга, он может сыграть классный риф, но он слишком много болтает. Это вы? Ребята из группы, я тоже музыкант. Если моя гитара не сломалась, я бы с удовольствием поиграла с вами вместе. Похоже, ты по-настоящему любишь музыку, однако Купер в чем-то прав. Он хоть и болтун, но все же. Сандрок очень засушливое место. Если брать гитару из тонкого дерева, она долго не прослужит. Будет деформироваться и трескаться. На будущее имеет это в виду. Знаешь, приятно встретить человека с музыкальным слухом. Здесь не так уж много людей, которые действительно разбираются в музыке. Мы с Хьюго кое над чем работаем. Хочешь послушать? Ух ты, правда? Конечно, с удовольствием. А что вы всем утра здесь делаете, Сио? Мне интересно. Это что был за звук? Якмель? За окном? А, это Купер. Что скажешь? Это действительно уникально. Я не ожидал таких аккордных переходов.
Уникально, понятно, значит, тебе не понравилось. Да ладно тебе, Куб, она же не здешняя, не привыкла к нашей музыке. Она не сказала, что ей не понравилось. Не принимай близко к сердцу. Меня учили, что мужчина должен высказывать свое мнение. Это относится и к тебе, юная леди Хьюго. Если ты знаешь, о чем она думает, почему тебе не пойти и не сыграть ей свою партию на пиано? Тьфу, только не это. Прости, я не это имела в виду. Эй, а можешь мне сыграть, над чем я сейчас работаю? Могу я воспользоваться? Ну? О, Шэдди уже забалдел. А, мисс Пенни, а вы... Не хотите остаться в Сэндроке? Слишком мягко. Где твоя страсть, девочка? По-моему, неплохо. Похоже на то, что сейчас слушают дети. Говорю тебе, дети понятия не имеют, что такое настоящая музыка. Они просто слушают этот бум-бум-бам, половина этих детей даже ноты не знают. Ты вообще не умеешь читать, Куб. Мелодия Пенни мне понравилась. Мне имя нравится Пенни. Где ты такое уже слышал? Имя Пенни... Ха. Мелодия Пенни мне понравилась. Спасибо, Шэдди. Да не за что. Точно не хочешь остаться в Сэндроке? У нас тут кризис. Много свободных мужчин. Когда у меня будет новая гитара, я сыграю вам лучшую песню в мире. Пенни, вставайся. Шэдди, просто душка. В наше время многие люди склонны к гиперболизации. Хотел бы я послушать лучшую песню в мире. Тьфу, об этом должна заявлять не ты, а другие люди. Купер, иди спи. Верно. О, ну ладно, Куб, ты очень суров к ней. Она просто хочет играть, мы должны поддержать ее. Как насчет того, чтобы устроить небольшое дружеское соревнование? Вперед, это единственный способ все уладить. Сделаем так, у каждого будет время на подготовку, а затем пригласим все в городе в качестве судей. Я за Пенни. Господа, на самом деле я сочиняю музыку совсем недавно, и у меня нет ни одной собственной песни. Могу ли я переиграть мелодию, которая мне очень нравится? Конечно, можно, барышня. Возьми хоть все песни мира и смешай их вместе, если хочешь. Меня это нисколько не смущает. Кстати, юная леди, как вас зовут? Пенни? А, конечно, где мои манеры? Я Пенни из Зеленого Сгорья. Я Хьюго, этот ехидный старикашка Купер, мы группа Куго. Приятно познакомиться, я очень рада поучаствовать в этом конкурсе, но моя гитара. Тебе повезло, милая, рядом с тобой стоит. Купер, я это сказал 7 минут назад, поэтому успокойся. Не ты первый здесь, понял? Все знают, что здесь и так мастер. Стоит потрясающий мастер, да-да. Хорошо, что Шэдди с нами, ведь теперь город меняется на глазах. В любом случае, я уверен, Шэдди сможет в кратчайшие сроки изготовить. Да она уже готова, уже в кармане лежит. Ладно, давай, Куб, нам лучше приступить к работе. Репутация Куга на кону. Это правда, ты ведь мастер, Шэдди, поможешь мне с гитарой? Вообще не проблема, у меня еще комнат свободных много в доме, переезжай ко мне. Думаю, Купер и Хьюго были правы, мне, наверное, нужна гитара получше, если я собираюсь делать на этом карьеру. Сандрок очень сухой, поэтому из-за него древесина в обычной гитаре легко деформируется и трескается. Но я не хочу отказаться от эстетики и ощущения при игре. Шэдди, можешь сделать мне акустическую гитару с защитой от песка и ветра? Мы натянем на нее шапочку. Конечно. И чтобы это не влияло на звук. Тебе ведь нужна какая-то схема сборки, верно? Ведь вы, мастера, так работаете. Может, стоит спросить местного плотника, надеюсь, он что-нибудь подскажет. Большое спасибо, Шэдди. Да потом скажешь спасибо. А пока переезжай ко мне. Задание выполнено. Сахновая гитара выполнена. Кстати, Пенни, а ты... Мой брат известен как отличный борец. Интересно, как бы он выступил в знаменитом поединке в Сандроке? Так... Ты к нам надолго или так просто, как обычно? Ну, покажите мне. Это то самое место занято, нет? Нет. Пипец. Не то самое. Подождите Логана. Что Логана? А с кем мне поговорить? На новая гитара. О, Райан сейчас... Вы что? Давайте без Райана. Он готовится стать отцом, ему сейчас некогда. Блин, тут у нас уже что творится. Хорошо, что у меня шапка припасена. Не работает? Не работает. Минуточку. Сейчас мы это отключим. О, работает. Ну, другое дело. А у меня ж там, блин... у меня ж там скотный двор заметает. Сейчас.
Забор-то не подняли. Меня что, вытащили на вокзал сразу. Я побежал Пенни спасать. Пенни, имя очень знакомое. Подожди. Кнопку никто ж не нажмет-то. Так все засыпет. Вот, теперь тут у нас рай на земле. Собаки только нет. Так, что за письма? Логан. Вечеринка, что ли? У меня на аванпосте все готово. Думаю, мы скоро будем полностью готовы к работе. Тебе сегодня приходи, Логан. Хорошо, я уже иду. Самое время сегодня, кстати. Сегодня мне вдруг захотелось подарить тебе каштан, обжаренный в сахаре. Ну, кому-нибудь подарю. Так, мусорок давай. Ого. Забросили. Так. Я с Ри еще не поговорил, подожди. Там, наверное, точно акация или драконье дерево будет нужно. Я к Милюш поехали, на тебе еще не катался. Сейчас я поговорю с Ри, а потом тогда уже займемся делами. Ри, мне нужен чертеж гитары. Интересно, лучше бы, наверное, сам нарисовал, ну ладно. Сказали к плотнику. Значит, ты будешь плотником. Рири? Он еще спит. Ну да, он же ночью выходит. Кто тут у нас-то детская готова? У меня, кстати, тоже детская готова, но она выглядит не так. А где Рири? Рири? 15 метров. Подожди, он прячется, что ли? А, он спит! Слышишь? Хрен найдешь его. Хоть бы фуражку надел, как железнодорожник. Которого мы тоже искали. Зачем ты меня будешь? Чертеж давай. Эй, как дела, дружище? Я как раз доделываю прошлый годний заказ. Почти готов, осталось чуть половины. Тебе нужна акустическая гитара, устойчивая к погодным условиям Сандрока. Это серьезная задача, приятель. У меня есть куча рецептов для гитар. Но ничего из того, что ты хочешь, блин. Тут нужно кое-что серьезное. Нужна первоклассная древесина, имею в виду просохшую на воздухе, засухоустойчивую, прочную древесину, так сказать, такую, чтоб на пятерку, сверхкрепкую, ты понимаешь. У меня есть акация, у меня есть драконье дерево, что тебе нужно? Деревянная гитара. Слушай, я не могу сейчас этим заняться, потому что у меня тут столько дел, не высыпаюсь. Я прямо здесь в работе, ночами не сплю, а так я тебе для этого не нужен. А, раньше нельзя было сказать, вот возьми рецепт. Что ж, приятно было с тобой поболтать, но мне нужно вернуться к заказу. Во сне? Ну давай. Что это за письмо? Записка Райану в последний раз, говорю. Прибери свои носки, собака, я не вздумай снова их спрятать. Да, дело у тебя полно еще и угрозы везде. Тебе не позавидуешь. Да, акация нужна, у меня все уже есть. Видите, справа показалось. Серебряная проволока. Две штуки где-то было у меня. Где у меня две штуки-то завалялись? Так это я сейчас быстро сделаю. Акацию мы сделали, магний алюминиевый есть, а вот серебряная проволока, это, конечно, нонсенс. Где я ее взял? Я даже ее и не видел. Так, автоматом заказал, и где-то выпало. Деревянная гитара, вот она. Промышленный шлифовальный стол, такой тоже бывает. Ну, давай. А ну посмотри, промышленный шлифовальный стол, это же сборка, да? Да, серебряная проволока. Давай сделаем 10 штук. Нечто редкое. Но у нас она уже есть. Каменный лист нужен. Пусть делается. Так, 12 таких пластиковых. Ой, пластиковых. 8 давай сделаем еще. 20, так, 12, 8 же, у меня один слиток только. 13, 14, вот эти еще две штучки, я думаю, нам надо сделать. Марганцевая стая, вдруг понадобится, когда? Давай еще две сделаем на, про запас. Только у меня там 5, 10, лист. Во, листы, у меня 5. О, дерево из акации, все пошло, смотрите, все, что есть. Но оно, может, еще выпиливается, хотя вряд ли. Так, гранитная плита. Могу сделать еще 3. Сделается. Вот, этих у меня нету досок. 3 давай сюда. И 2 сюда.
Во, допилили. Так, переработка. Керамика все еще крутится. Это хорошо. Добавляем в очередь. Добавляем 2 в очередь. Добавляем 2 в очередь. Алюминий лом пошел. Волокно пошел. Лом механический пошел. Все. Все, пусть работает. Дальше видно будет. Сейчас воды заброшу, если есть. Лопату. Это я сделал. Нет, воды еще нет, еще не набрали. Но я могу уже отдать гитару. И на ванпост. Сначала отдаю гитару, а потом веселиться на ванпост. Как вам расклад? Мне нравится. Гитара готова. За час. Ну, возле нее реально стоял крутой мастер. Фу, мусор какой. Пригодится. Ты где, Пенни? Не прошло и получаса. Вау, все готово. Там. Дай попробовать. Пробуй. Звучит так же, но древесина явно более прочная. Потрясающие восторги. Спасибо, Шэдди. Пойду напишу песню. Это будет лучшая в мире песня, вот увидишь. Отлично. Только мне бы ее послушать, эту песню. Мой брат известен как отличный борец. Не надо меня пугать. Ну, брат, значит, все тогда. Если отличный борец, значит, жить у меня не будешь, живи здесь. Привет, Шэдди, опять песчаная буря. Да что ж, почему бы тебе не остаться здесь и не выпить стакан 2 молока и не рассказать мне, как поживаешь? Лучше не возвращаться туда, верно? Рецепты есть. Понимаешь, мне хочется что-нибудь приготовить, добавить туда мука. На. О, он теперь знает, как готовить сэндвичи. Лучшие друзья навсегда, после того, как я поделился. Зазрение. Поделился рецептом, и Оуэн... А, нет, лучшие друзья, но все равно полсердца еще висит. А так, Джастис, он Сур, ну, гражданский корпус всегда со мной. Бёрджес, любитель воды, Оуэн, странно. Мистер Ци, Арвио где-то близко. Купер, ну еще бы после копья. Денби, Логан, Мейбл, ну да, с кем я общаюсь больше всего. Но это вторая половина. Не, что-то держит средние позиции. Это из-за детства, наверное, явно. Я ее видел только в ранней версии один раз, и все. Больше не видел. Ну что, на ванпост поехали. Вечеринка. Самое время для вечеринки. Ни хрена не видно, но мы доедем, давай. Вечеринка. Давай, давай. Вызовем такси, потому что на моем якоре можем не доехать. Где ты тут? Друг мой, нам сюда. Ох, сейчас потусим в центре пустыни, где больше всего вот этого песка в разные дыры залетает. Ну, я-то, конечно, закрыл себе глаза и рот. Фотки будут зачетные, я думаю, в таком аду. Сейчас кенгуру не раздави. Вы бы кенгуру убили, который возле вас ходит для начала. О-о, Шэдди, не хочешь присоединиться ко мне? В смысле? А, я же говорю, надо кенгуру убить. Он там явно мешает. Я думал, на меня якмель еще. Сейчас, я уже здесь, не волнуйся. Победите монстров, да? Не волнуйся, Логан. Это не монстры. Это так, детишки. Это мой якмель. Сейчас якмель особо не убил. Детишки монстров. Вот кто это. Ну все, победа, что-то у нас. Отправляйтесь на ванпост, да, здесь я уже. Спасибо, мастер. Утром Элси выкурила пару зверюшек. Большинство убежало, но несколько крепких решили остаться. Рад, что ты здесь. Теперь все должно быть в безопасности. Давай зайдем в дом. Да, лучше в доме, чем тут. Мне антенка моя нравится на шапке. Лучше дома, да. Ох ты, тут у тебя. Ничего так. Что скажешь, постарался сделать так, чтобы было удобно. Нет, там Пенни приехал, там интересней. У тебя так много оружия?
Да, здесь нужно быть готовым ко всему. Преимущество ванпоста в том, что я могу держать под рукой любое оружие и любой ситуации по первому вызову. В последнее время это была дикая поездочка, я через многое прошел, но приятно наконец встать на знакомую землю. Теперь мне просто нужно сделать себе имя, как охотнику на монстров, а не бандиту, хех. Я хочу со временем собрать настоящую команду охотников, способную уберечь людей от беды. Сделать так, чтобы Па гордился ею, конечно, нужно делать шаг за шагом. По крайней мере, Элси рядом, чтобы помочь. Она действительно выросла, да? Совсем не похожа на того ребенка, которого я знал раньше. Она очень изменилась. Наблюдая за тем, как она занимается животными, просто невероятно. Но она все такая же импульсивная. Она милая. Она как твой главный фанат. Вот больше... Скорее всего, вот. Элси больше смотрит в сторону Логана. Поэтому... Поэтому с Элси у нас вряд ли что-то получится. А, я знаю, что люди так думают, но это не так. Мы просто выросли вместе, вот и все. Сидите на голове, Шэдди. Тем не менее, она произвела на меня впечатление, когда мы расчищали туннель. Сейчас она выглядит очень сосредоточенной, раньше такого не было. У нас разные качества и навыки, поэтому она будет выполнять свою работу иначе, чем я. Но в этом странном мире для разных дверей нужны разные ключи. Так говорил мой папа, черт возьми, только посмотри на нее с этой уткой. Вижу, Логан тоже неравнодушен. Думаю, благодаря Элси я наконец-то начинаю понимать, что имел в виду мой папа. Он не только понимал монстров, он понимал отношения между человеком и зверем. Элси сказала, что потеряла одну из старых книг моего папы, верно? Я подумал, может быть, мне стоит начать новую. Может быть, ты даже сможешь мне помочь. Просто мысль. Приятно было пообщаться с Шэдди. Уже поздно, мне еще нужно сделать несколько обходов. Увидимся позже. Да не вопрос. Логан плюс 20. Вот поэтому кандидаток, собственно, не так и много-то у нас. И дом до сих пор пустует, поэтому. Грейс уехала, хотя были планы. Элси, как вы видите, смотрит в сторону Логана, а не в мою больше. Да, и, собственно, Элси, ну, это подруга по соседству. Хотя в порте мы тоже по соседству с вами нашли себе супругу. Хайди у нас не получилось, как и с Амирой, собственно. А Миан после возвращения денег остается единственной кандидаткой на заселение в наш дом. Ну, он с Урби, он же Джастис, так, конечно, все весело, но не очень. Потому что реально больше никого нет. Не приезжает, может, и не приедет уже, не знаю. Сердца есть, а игра-то у нас не резиновая, вечно длиться не будет. Который, как я уже сказал, мне мама годится больше. Мейбл, к сожалению, замужем. Ну, Виви уже все. Сказала, что не выйдет за меня тоже, как и Амира. Все остальные кандидаты не подходят. Вот зеркало себе завел. Вот с ними живу. Зеркало по имени Рози. Все. Пенни приехал, но Пенни, я вижу, не котируется. Вот поэтому я могу, наверное, в этой игре остаться один. В одной из немногих игр, где я не женюсь. Стойка, на которой хранится все оружие Элси и Логана. Она изготовлена Хьюго, кое-где заметны следы временного ремонта. Логан, должно быть, делал его, находясь в условиях дикой природы. Опять хоть посмотрим, что тут. Фотография покойного охотника на монстра Хоулита. Это он изначально остановил мир между Гиглерами и Сандроком. После его смерти мир не продлился долго. Что нужно, чтобы стать настоящим охотником на монстров? Хоулит, бестиарий Альянса Лиззи, детектив Нед и крабовый король Эрнест. О кротах и людях автор неизвестен. Мечтает ли тостер об электрическом хлебе? Автор неизвестен. Рагу из соленой рыбы и вяленого мяса пахнет перебродившим, вероятно, небезопасно для употребления. Запись ежедневных наблюдений Логана. На ней нарисованы некоторые символы с легендой, описывающие их значение. Круг с точки показывает логово монстра. Все. Заданий у нас больше нет. Когда будет концерт, Пенни? Я думал, у нас тут вечеринка будет, а я тут просто пришел зверушек зачистить немножко. Ну, так и живем. Хотя здесь, по-моему, загрузка идет заставки. Что-то я долго выхожу из дома, вам не кажется? Вот и я о том же. Ну? Явно какая-то заставка. Ну? Ну, ё-моё, чё так долго? Или это из-за бури? Нифига нету. Это буря просто.
За нее грузится долго. Так вон, пингвинов куча еще разных. Они ж нападут на этот пост, бедный. О, Логан уже побежал. Логан уже побежал дальше. Ну ладно, помогу тебе еще раз. Да и убьет тебя кенгуру. Что я Элси тогда скажу? Все, мы победили. Ну что, пошли дочистим, получается, шахту до нижнего уровня. До 11-го и все. Просто все, нет. Пошли школу проверим. О, сегодня день рождения у... А что это за знак? Команда Немо выполнена. А, это так помечается, команда Немо. Жасмин, день рождения. Сейчас я ее встречу. Если я ее встречу, то да. Ладно, поехали. Поехали. Ну, Жасмин где-то сюда в центре бегает. Так а что ей подарить? Вон бегает этот Энди еще. Может, гранит поехать набить? Или ну его нафиг заготавливать эти штуки. Все равно все останется в ящиках, я так вижу. Все, что мы изготовим. Тут на задание требуется мизер, на самом деле. Это не портия. Где нужны были сотни слитков железа или еще чего. Поэтому, наверное, излишки запасать в ящики смысла нет. Я думаю, что делать нам. Сейчас все, правда, дома сидят. Кстати, а что там у нас рейтинг мастерских, там все такое? Я вообще забыл. Странно, конечно, что его убили, это соревнование на втором году игры. Ну, поменяли Яна на Вэя. Бескорыстие Миан, пожертвовавший на школу. Должен сказать, что я потрясен тем, с каким усердием вы оба работаете в нашей гильдии. Я буду стремиться стать лучше, чтобы быть достойным начальником для вас. Ничего, ты тоже 500 отмыл, говорят. Че у нас тут? Да ничего, 20 тысяч и 5 тысяч, как вы думаете, что у нас тут? Так, это нам накидали на это, да, разные задания, типа построить вывеску для школы. Кстати, вот это я, наверное, возьму. Для школы я возьму. Часы построил и вывеску для школы возьму. Это я возьму. Так, древесина на 1300, самому нужно. Магний-алюминиевый сплав. Ну, Хайди рейтинг прокачан, хотя тут все Хайди. Рабочий стол. Возьму рабочий стол. Для школы, может быть, да? Обучение наших замечательных детей. Да, беру для школы. А это зачем? Чтобы улучшить свое обучение наших замечательных детей, нам понадобится кое-что. Беру. Это, кстати, задание для школы. Именно для мебели. Может, мы так ускорим появление школы нашей? Еще что-нибудь есть? На строительство школы требуется много материалов. Не вопрос. Все от Хайди, короче, можно брать и... Пипец, и мы закончим строительную школу. Строительная школа, выполнение началось. Кирпич у меня 8 всего из известняка. А, вот почему школа не строится. Так я сейчас построю за один день. Доски из акации, Купера есть поручение. Я сейчас все сдам. Сейчас с Хайди мы прокачаем в космос отношения. 1400, смотри, Элси. 4-3, доска из акации. Давай. Это, правда, уже не школа, но все же. Есть еще что для... Фу! Давай вот это возьмем. Все, для школы я все, что мог, купил. Еще могу 4 задания взять. Нет, не бери. Это надо сначала Хайди отдать. Железное копье. 33 для Джастиса. Он такому же друзья навеки практически. Оуэн. Кирпич из известняка. Не дам, у меня он заканчивается. Лис из органической. Давай от этого возьмем. 2. Здесь у нас что? Помидоры есть. А, амира нет. Сушеный сан... носорог не хватает. Гриб фаршированный с мясом. Мне надо мяса много. Хотя ему... О, нормально, по деньгам нормально. Ладно, отнесу помидоров амире, так и быть. Тут я набрал задание. А ну, покажите мне этот список. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это я разошел. Я же забыл, что там задания на школу будут. И они же выполняются-то, видите, неделя. Чем быстрее мы их выполним, тем быстрее школа будет построена. Я думаю, что школа не строится?
Уже ничего не делаю. Остальные мастера, я так понял, здесь только для этого, для галочки. Ну, Миан только, ладно, меценат у нас тут. Ладно, поехали. Сейчас мне главное с акацией разобраться. У нас, я два задания взял на доске, которых у меня нет. А так вообще вот. Не, Купер, по-моему, подожди, мне сначала Хайди надо найти. Где Хайди, нахуй? Это кто тут сидит? А кто там сидит? Там все сидят, кроме... А, Амира там сидит. Они что, до сих пор деревья сажают там, что ли? Че, психи, что ли? А тут кто сидит? Не понял. Вэй? Или это выше? Это выше, наверное. Виви. То штаны найду, то сапоги, то трусы. Что происходит тут по ночам? Возле дома Виви. Виви? А, Хьюго, Хьюго. Сейчас. Ха, когда я был ребенком, я всегда выходил на улицу такие дни. Но однажды моей маме надоело, она отругала меня так, что так будто это конец света. На этом моим приключения закончились, тогда я был зол, но сейчас все еще жив, не так ли? Может быть, тебе стоит прислушаться к старшим, вот что я хочу сказать. Если у тебя акация, я тебе не отдам. А у него не акация, хорошо как раз. Сейчас денег заработаю, кстати. Ух, неплохо, неплохо. Что ж, вот плата, не тратьте деньги понапрасну. Отлично. Виви, кстати, как дела? Когда Хьюго был молод, он не боялся ни неба, ни бури. Он одевался и маленькие сапожки, убегал в самый эпицентр, довернувшись, получал таких нагоняев. Теперь наконец усвоил. Не, не усвоил, сапожки все еще валяются возле вашего дома и штаны иногда. Поэтому последствия все хуже и хуже с Хьюго. Его буря по самой не могу достает. А я думаю, что это за штаны все время лежат? Это кто? Это Купер. Мне Хайди нужна. Мне Хайди нужна срочно. Хайди сдам все, а потом остальным уже по мере. Народ, я сейчас 1020, наверное, налуплю. Ну реально 1020, наверное, набью. А, тебе ничего не нужно. Песчаные бури создают настоящую дилемму. Выйти на улицу, испортить одежду или оставаться внутри. Лишая весь мир своего божественного сияния. Блин, только не обнимайся. Отлично. Так, Хайди здесь обычно тусит, да? Хайдюшечка. Я принес столько всего, что школа, наверное, сейчас а, вон она. Закончит свою стройку. Или закроется. Здорово. 5 квестов. Такая погода, для меня в ней нет ничего плохого. Я могу остаться дома и работать над проектами, не отвлекаясь. На самом деле, мне кажется, постил вдохновение. Этот грохот меня заводит. Так, держи строительство школы. Раз. Хорошо. Спасибо, у нас как раз заканчивались материалы. Стройка продолжается, что ж. Если мы вам понадобимся, вы знаете, где нас найти. Мы работаем без перерывов. Отлично. Школьное оборудование. Плиты. Спасибо, думаю, теперь понятно, что мы что из себя представляем. И нас видно за версту. Пошло дело, не уходи. Строить со школы. Еще плиты. Спасибо, у нас как раз заканчивались материалы. Слушайте, мы с Хайди сейчас будем одно целое. Стоять со школы. Фигня какая-то. Так, есть. И акация. Вот эту акацию тебе надо отдать, потому что у меня на большее не хватит. Годится. Ну что, школа построена? Что мне тут осталось? Не знаю, короче, акацию теперь можно... А, я еще не создал эту вывеску. Сейчас вывеску еще сделаем. Сейчас вывеску сделаем. Да и по квестам можно. Вот кто там у нас квест просит? Это Амира, наверное, на том конце мира, да? Амира на том конце мира. Вот за стихи пишу. Да, далеко. Приедет, потом тебе выдам это все. Короче, вывеску надо сделать. И что-то еще я там заказывал. Мне заказывали, вернее, какую-то фигню. Надеюсь, вывеска несложная. Акация не нужна, потому что акация закончилась. А сегодня она не восстановится, у меня такое ощущение. Вода нужна, вода на исходе. Боже, как меня это зеркало добивает. Где зарплата, где зарплата? Вот, смотрите. Рабочий стол мне нужен. А, и стулья еще согласился. А у меня ж ни хрена нету. Акации ни хрена нету. Рабочий стол могу собрать. Бронзовых слитков нету. Почему? Деревянные стулья хотя бы есть. Реально, почему у меня нету бронзовых слитков? Куда они ушли все?
Ладно, акация может сейчас появится. Краска блендер синяя. Рабочий стол, 2 слитка. Вы серьезно? Подожди, сейчас. Я знаю, где их купить просто. 60-ок было, реально. Здорово, Элси. Когда начинается такая сильная песчаная буря, я переживаю маленьких животных. Думаешь, они успели спрятаться? Если ты выйдешь, можешь проверить их? Обязательно проверю, если выйду, но я не выйду. Так, ладно, мне надо бронзовых слитков купить, вернее, этих, каких, зеленых, короче, как они называются. Бронзовых, да, давай 20 штук. Народ, почти 50 тысяч набил на этих внезапных квестах, отлично. Все, стол я сейчас сделаю, акация проблема. Мне еще надо больше акации. Если, конечно, сейчас в ящике она у меня не изготовилась, но вряд ли. Есть акация? Кто-то видит акацию? Акация есть, нет? Я не вижу акацию. Беда, беда. Так, подожди, нет, я хотел сбросить все лишнее. Вот, эти 20 как раз зайдут туда, куда надо. Стулья я сделал, сейчас сделаем стол. Есть. Один же нужен. Все, письменный есть один. А теперь мне нужна вот эта штука. Акация есть, 4 краски только надо. Разноцветная краска позволяет рисовать все что угодно. Ща, 4 очереди загоним. Акация была у меня в разработке просто. Блендер, блендер это вот это смешивание. Вот это, да? А, есть у меня синяя краска? Есть синяя краска. 4. 4 очереди по 4 краски. За час 23 будет готово. А это я понимаю. Пока сейчас съезжу, сдам стол и стулья. Блин, он со своей водой задолбал меня. Рози, задолбал, вернее. А где вода? Че, воды нет, что ли? А ты собирал? А, сегодня аж буря. Сегодня аж не будет воды. Тогда надо покупать идти. А мой этот... Напарник мой, собака, где? Немо, ты где? Немо? А, он с другой стороны дома. А что там делаешь, приятель? Вот он. Наслаждаешься бурей? Здорово. Гав-гав. Взаимодействие. Выберите взаимодействие. Объятие. Ну, а что делать? Так и дружим с ним. Ладно, я поехал, отдам квесты. И как раз краска будет готова, еще и вывеску с вами сегодня сделаем. Чем бы и нет. Здорово. Должен сказать, что временами я скучаю по тем славным денькам, возглавлять империю, сокрушать врагов, видеть, как их гонят на моих глазах, и слышать причитания их женщин, но это тоже хорошо, мир и покой, понимаешь? Чуть мне Ларри этот не нравится, вот реально неспокойно с ним в городе. Надо его куда-то отправить, там, где ему будут рады. Ларри тут, ну, неспокойно с ним, вот реально. Так. Сдаю стулья, сдаю стол рабочий. Дайте денег. Здорово. Сдаю стол. Отлично, какая прочность. Несомненно, выдержит даже самое буйное поведение. Отлично. И стулья. Стулья, стулья, 28, 3 штуки. Отлично, смотрится довольно удобно. Детям понравится. Хорошо, еще 1200. Ну что, у меня 50 тысяч, наверное, уже есть. Когда у меня было последний раз 50 тысяч? Никогда. Я все трачу да трачу. Так, отлично, есть у меня эта штука. Есть у меня эта штука. Поехали теперь краску заберем. А, кстати, у тебя краски синяя разве не было в наличии, товарищ Арвио? Там не написано, что ты продаешь эту краску. Ты желтый только продаешь. Да, желтый продает, остальное делать нужно, понятно. Игрушечный элегантный цвет. А я думал, такой же продает большое только. Что у тебя есть еще? Мясо за 19. 30% скидка, давай, этого не хватает. Песчаника дешевая. Сейчас не будет у меня уже 40-50 тысяч. Сушеная песчаник. Это для животных покупаю. Кстати, мне 2 табурета надо. Ладно, обойдемся. А, подожди, я же там накупил. Подожди, скидка 30% редкого. Вот этого у меня заканчивается. Соль была. Что-то еще тратил хорошо. А что тратил, не помню. Ладно, не важно. Кстати, у него надо закупаться. У него уже 25% по-дружески. И еще, если хорошая скидка, можно всю мебель для дома накупить. Это мебель, мастер мебели покупает
Мебель в магазине. Бывает такое. О, краска готова. Отлично. То, что нужно. Сейчас мы еще и вывеску с вами напилим. Немо дома. Не дурак. Так, 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 так. А, блин, поехали. Немо, не выходи. Там очень ветрено сегодня. Краска есть? Да. А, две краски. Мне надо... Сколько мне надо краски? Четыре надо краски. Еще рано. Еще рано, ладно. Так, а я сегодня набрал нужное количество квестов? 4 из 4, да, больше бы я уже не взял бы. А Амир я что обещал? Амира приехал? Что-то обещал, только уже не помню что. Она где? Это здесь акацию требует. Она все еще там, туда надо будет ехать. Ладно, сейчас краска закончится. Сколько она еще будет изготавливаться? 51 минуту. Мне что-то акацию еще надо нарубить. Ладно, мотнемся тогда к Амире, а потом акацию нарубим. Что у нас с рыбой? Пусть так будет. Эта рыба типа новая? Вряд ли. Знаю эту рыбу, морду уже видел. Одинаковая она. Вот тут мне навесика не хватает. Как раз песчаной буре было бы оно. Ладно, сейчас дождемся краски. Потом акацию нарубим. Просто не знаю, что делать. Поехали к Амире съездим туда. Да пошли сдадим. Сейчас вернемся. А, может закрыться. Подожди, Хайди может закрыть. Не надо ехать. Там ехать 2 часа. Пока туда-сюда, уже будет вечер. И не сдам вывеску. Сейчас тогда дождемся. Там чуть-чуть осталось. Она ж в одно время поехала. А что он не в одно время? Я ж в очереди ставил. Или как оно работает? 8 минут. Должно быть вовремя. Забираем. Готово, нет. Краска завершена, забираю. Краска еще 2. А, очередь все-таки общая, понятно. Через сколько времени она будет? Мне еще 2 надо. А, нет, вся, краска у меня. Все, у меня. Я ж 4 заказывал. Есть 2. Вывеска готова для школы. Все, поехали, быстрее, пока Хайди не ушла. Закроется. То ничего не успею. Сейчас выйду со своим якмелем. 109. Это Хайди идет по дороге. Она уже дома. Либо дверь не закрыли. Я уже тут. О, Венти, я с тобой не виделся. Стой, Венти. Венти не разговаривал про школу. Я слышала, что новая школьная учительница была актрисой. Наверное, поэтому она такая стильная. Где вы ее видите? В мире существует так много замечательных вещей. Кофейные зерна. У меня, кстати, они есть, но... Но не с собой. Не с собой у меня кофейные зерна, прости. Сейчас, Хайди, не закрывай дверью. Хайди, вывеску припер тебе. Нет, Хайди. Фух, успел. На пороге прям. На. Спасибо, здесь все. Да, было душно. Нужно ли представить, как плохо себя чувствовали дети? Все, я выполнил все, что могу. Теперь только отвезти. А, у меня еще акация осталась, кстати, не знаю, акация... Сколько там надо было акации? 3 или 4? Если 3, то хватит. Хватит на акацию. Слушайте, я сегодня вообще все квесты выполнил. Виви идет, боже, можно испугаться, как бабушка из фильмов ужасов. Виви, сделайте себе светлую шапочку. А кому отдавать акацию? А кто заказывал-то хоть? Кто акацию заказывал? Купер, ты? Что жрете? Здрасте, кстати. Эта погода напоминает мне о том дне, когда я впервые встретил свою Мэйбл. Не потому, что тогда было так же ветрено, а скорее потому, что меня сбило с ног эмоциями. На тебе акацию, но больше не заказывай. А как я тебе 5 штук даю? А, у меня всего 5. 3 даю. Слушай, мне все равно, но другие люди говорят тебе, ты мне нравишься, отлично. Так, привет, Рокки. О, Пенни ходит тут. Когда я надвигаюсь песчаная буря, разрешаю ребятам взять выходной. Я не такой, как тот недоумок, Ян, этот парень просто использует вас. Пенни, ну как тут? Мой брат известен как отличный борец. Да я не против. Здорово. Мяу-мяу. Это тебе. Я не знаю, что ты хочешь, песчаники? А ему все равно. Ну все, о мире теперь завести товар. Я выполнил все 25 тысяч заданий, которые были. Кстати, Амира там и осталась. Я не пойму, они домой не собираются ехать? Наверное, домой не собирается. А, бах.
Дару. Дару, пи-пи-пи, держи, я тебе дам. Вот это, думаю, тебе это больше понравится. Так, есть. Ну, поехали к Амире выстроиться. Они там реально будут до ночи, что ли? Целый час ехать, сейчас приеду, они уже в другом месте. А уже 10 часов, я не успею тогда ничего сделать. Это будет весело. Это будет весело, если они сейчас переместятся быстро туда-обратно. Ну, 10 часов, они что, должны где-то спать, да? Они же не могут сажать... А как можно сажать деревья в такую бурю, вот скажи? 108 метров. Якмель, давай, 108 метров. А, это же перемещение в ту область. Она здесь должна быть. Ефальские пустоши в такую бурю деревьями заниматься. Или они тестируют их на прочность? Вон, 88 метров. Все. Где она? Ну и где она? 22.35. Я же говорил, что ее нет уже. Ну и где она? Где она? Дома уже. Где она? Где она? Дома. Где, блин? Как я и говорил. Амиры нет уже. Помидоры не доставил. Надо было возле дома стоять ждать, а не час ездить. А ехать час тоже будет полночь, я думаю, да? Да нет, она тут, по идее. А где она там? 22.33. Да нет тут никого. Эд Шэдди сажал, смотрите. Эд Шэдди сажал. Кривенько, но Шэдди. Да нет тут никого уже. Вон там у нас вот это горит, но это не здесь, короче. Амира с своим помидором опять меня подвела. Ну, я пошел домой. Да, все. Как чувствовал, что не надо брать этот заказ. А помидоры завтра уже будут не те. За них уже не заплатят полную стоимость, как я хотел. Пошли, нет тут Амиры. Как обычно все. Как мне отсюда свалить? Пока если еще можно свалить. Поехали. Если еще работает такси. Работает такси. Там нарисовано, что Амира, понимаете? Там нарисовано. Она что, здесь? Или они там и ночуют? Нет, вот тут он. Ладно, я не знаю, где он. Тем более в такую погоду вряд ли. Ладно, завтра сдам те заказы. Хоть домой доеду на такси, а не, бежать на Яхмель. Представляете, если бежать пешочком через всю пустыню. А потом еще по железной дороге. Своим ходом. Ну что, не сдал я, короче, ей. 1500 нарисовано. Она там что ли это, притрусила их песком? Здорово, эй. Не видел? Никого? Уже поздно, да я знаю. Сурикат, я дважды тебя кормить не буду, понял меня? Ну, ее тут тоже нет. Где она тут? В дом я не войду. А ну поехали в школу глянем. Вывеска появилась наша, или хоть что-нибудь. Это кто? Это Кох. Тиш. Ви. А вы что бродите? Лилу на делу. Ничего не появилось. Но рабочие работают. Ни ночь, ни буря их не пугает. Ну, не знаю. Она там типа осталась. Но там после 22 часов все исчезают, понятно? Ну и ладно. Кстати, Венти, кофейные зерна. Наверное, в следующий раз. Потому что сейчас я не доеду обратно так же быстро. Ладно, давайте завтра уже. Не смог я помидоры сдать. Так, проволока колючая. Воды давай. Вроде, отстань. На. Так, где-то я сделал серебряные нити. Это хорошо. Только не в ящик помощника, а то уйдут. А, удобрение. Я вот этот ящик помощника надо бы. Пусть засеивает. Удобрение туда. Вода 16. Это все, что ты собрал. Это все, что ты собрал. Это все, что я могу. Ну, хоть какую-то воду брызнул. Совсем плохо с водой. На. Друзья, отстанет от меня хоть чуть-чуть. Который там час? 22. Успеем. Успеем, спокойно. Даже удобрение засунем.
12 штук. Нету воды. Нету, отстань от меня. Все. Для школы мы сделали все. Я выполнил все, что мог. Всю акацию отдал, все железо. Весь металл сдал. Ну и... ничего там не появилось. Может быть, на следующий день, конечно, появится. Но пока как есть. Все, я вот так вот теперь. Опа. Хотя мне лучше шлем поменять. Подожди. Тот шлем эффективней. Тут главное не запутаться. Система тоже ниппель. Этот стоит, дает бонус. Если тот поставишь, будет давать бонус, но он скроется все равно за этой шапочкой. Как шапочка вообще левая. Включил вентилятор. Понюхал тортик. Выключил вентилятор и лег спать. Вот такой у меня распорядок дня. Ну все, опять мы выполнили все, что могли. И для школы, и для всех остальных. Доски из акации. О, еще и доски делались. Значит, у меня еще будут доски. В календаре появилась новая дата. Все еще помидоры Амиры у меня перед глазами, поэтому сначала их, а потом... А я это взял разве? Пипец, я этот заказ брал. А что за дата появилась-то на календаре? Вот это что ли? Немо? А нет, вот появилась дата. Отправляйте в школу, чтобы принять участие в церемонии открытия. Вот. Как только я выполнил эти задания мелкие, теперь наконец-то церемония открытия школы у нас начнется. В понедельник, то есть через 3 дня фактически. Это целая серия, думаю, у нас пройдет. Ну, я смотрю, какие события еще будут. Ну, в любом случае, наконец-то мы увидим, что там за бабушка мисс Джейн, и посмотрим. И посмотрим, как дети будут учиться в новом здании. Но для нее все готово. Как раз под Новый год практически открываемся, как под Рождество католическое, да? Все есть. И у Фанга день рождения, кстати. Кстати, а сегодня пятница, как бы нам не забыть... Как бы нам не забыть напоминание-то на сегодняшний день? Свое напоминание о важном событии. Понедельник сегодня, 7-е. Подожди, какое? Как? Что это за дата вообще? Это время, да? А это что за даты? А, это время и минуты, так понимаю, да? Да. Это сегодня. Давай на 11.00. В 11.11. Я даже не буду писать имя Фан. Ладно, пишу с имя Фан. Фанк нельзя писать. Интересно, написал, да? Ну, что делать-то? Фан. Вот так вот. И я в 11.11 пойду... его навещу. Кстати, а как его поздравлять с днем рождения? А, смысл. Он же подарки не принимает. Тьфу. Тьфу. Поэтому. А что я поставил? Я на этот день поставил. Твою за ногу. Фан проклят как-то немножко. Вот реально. Сюда надо ставить. Команда Немо выполнена. 17.00. Добавить напоминание. Давай, Фан. Давай, Фан, на 11. 11.11 на сегодняшний день. Постоянно новую серию начну и в жизни не вспомню, что у нас пятница. Вот, теперь у нас есть на 11.11 Фан. Просто пойти к нему. Подарок-то ему не подарю, а значит и толк-то. Вообще бесполезная дата. Ну, хоть школа откроется в этот день. А так все. Все, друзья, на этом заканчиваем с вами. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедер Игровые Миры. До встречи с Эндроки. Пока.